بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكلام عن تربية الأولاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Что касается воспитания детей. نرجع فيه إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم. Мы должны вернуться в этом на том, на чем были сподвижники. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. И как их воспитывал Пророк صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه جاء ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو صغير كان. أنس رضي الله عنه пришел слугой пророку صلى الله عليه وسلم и услужил ему 10 лет. لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم. И он был маленьким. لم يقل له يوما من الأيام لما فعلت هذا إذا فعل وإذا ترك لم يقل له يوما من الأيام لما تركت هذا. И он говорит за эти 10 лет говорит он не бил его. И никогда ему не сказал за то, что он сделал, зачем ты это сделал, и за то, что он оставил, почему ты это оставил. То есть маленькие дети непременно могут совершать какие-то ошибки. То есть воспитывают, но не так это делают, это не делают. То есть в основе в том, что детей нельзя бить, не надо бить. أردنا أن نضرب الصغير يكون ضرب الصغير بشروط. То есть, если говорить, то есть происходит так, что ты хочешь наказать своего ребенка, побив его, то должно быть три условия. Четыре условия.